Нужно придать больше значения нашей жизни. Самое главное – управлять интернетом ответственным образом, а также цифровыми технологиями. Здравствуйте, меня зовут Джонатан Терс. Я управленческий директор Европейского банка по восстановлению и развитию. Многие годы я был заграничным корреспондентом BBC, и мне повезло участвовать в нескольких обычных физических встречах ИКФ вживую. Сейчас мы приближаемся к закрывающей сессии форума по управлению интернетом. После нескольких дней замечательных дискуссий. Нам повезло, что мы могли участвовать в этих дискуссиях. Я также. И как мы видели только что на видеоматериале, интернет никогда раньше не был настолько важным. И на протяжении последующих двух часов мы будем изучать, что перед нами, что впереди. Перед нами два этапа сессии. И также высказывание генсекретаря ООН. Я с огромным удовольствием приветствую господина Антонио Гутерреша. Для меня это огромное удовольствие, что могу к вам обратиться на последней сессии 15-го форума ИКФ. Пандемия COVID-19 показала, насколько важны цифровые технологии и трансформация, а также насколько срочно нужно изменить доступ к интернету. В этом году локдауна мы научимся еще большим преимуществам интернета, но мы также увидим многие разрывы между теми, у кого есть доступ к интернету и у кого нет доступа к интернету. Это половина мира. У половины населения этого земного шара нет доступа к интернету. Эти люди также ощущают последствия дистанционного обучения. Есть такие люди, которые никогда не вернутся в школу. Доступ к интернету довел к тому, что сейчас, когда этого доступа нет, многие люди являются выставлены на насилие. И нужно помнить о возможности, которые впереди. Дискриминация в цифровом пространстве также существует, а риск фрагментированного интернета еще больше, чем и раньше. Были приготовлены решения для нас на будущее. У нас видение защиты интернета, а также уважения в интернете. Я очень рад, что мы встретились на этом форуме. Нам нужно засыпать цифровой разрыв, нам нужно сделать доступной технологию тем, кто нуждается в ней больше всего, тем, кто живет в нищете, кто страдает от дискриминации разного рода. Попытка инклюзивности должна быть характерной для нашего подхода подключения к интернету, а также управления данными. Нам нужно посмотреть на то, как можно лучше всего использовать цифровые данные для блага общества и как можно построить правительственные рамки, которые будут учитывать разнообразие и будут развивать цели равновешенного развития. Те, кто представляют разные сообщества, правительства, гражданское общество, техническое сообщество, тесно сотрудничают с ООН для того, чтобы осуществлять цели нашей дорожной карты. Эти цели обхватывают также инклюзивность, доступ к интернету и защиту прав человека онлайн. Вместе мы стараемся восстанавливать после пандемии наш мир. Мы можем преодолеть отрицательные черты интернета и также увеличить могущество интернета. Я призываю правительство к тому, чтобы вводить ответственные планы по восстановлению после COVID, а также обеспечивать защиту в интернете. Последние недели были очень важными. ИКФ играет огромную роль на цифровой карте интернета, но нужно также помнить о вопросе принятия решений. Нам нужно решительно действовать для того, чтобы укрепить роль
в цифровой архитектуре. После консультации мы идентифицировали несколько областей улучшения. Они охватывают улучшение значимости этого форума, также участие многих заинтересованных сторон для того, чтобы наши дискуссии могли перевести на конкретные действия. Наша дорожная карта охватывает ряд действий. Я хочу вам сказать, какие вопросы имеют ключевую важность. Нам нужен форум, который является значимым и реагирует конкретно. Нам нужны ответственные эксперты, гражданское общество, правительство, для того, чтобы они встречались во всем мире, чтобы обменивались информацией и разделяли общие стандарты. Спасибо за то, что вы захотели участвовать в этих дискуссиях на протяжении этой недели. Спасибо большое генсекретарю ООН Антонио Гутереша за его замечания. И перед нами замечательная дискуссия, но до того, как перейти к ней, мы увидим очередной видеоматериал с ключевыми посылами от событий, которые имели место на протяжении последних нескольких дней. Меньше всего развитые страны остались сзади. Нам нужны решения, те, которые нам помогут засыпать цифровое разрыв, для того, чтобы цифровые решения могли дойти до тех, кто лишен интернета. Целью СТГ является достижение общего доступа к интернету. Цель, которая была намечена на 2020 год, не была достигнута. Более половины населения мира не имеет по-прежнему доступа к интернету. Сейчас нет звука. Сейчас не получаем звука от материала.
Извиняемся перед теми, у кого были проблемы со звуком видеоматериала. Этот материал вы можете посмотреть онлайн в любое время. Мы дошли до первой части дискуссии. На протяжении последующих минут мы будем сосредотачиваться на том, что сейчас происходит с интернетом, что будет потом, готов ли интернет на восстановление после COVID-19. Я хочу представить членов этой дискуссии, попрошу включить камеры, а также микрофоны, когда будете высказываться. Я хочу поприветствовать вице-министра по национальному планированию Коста-Рики, господина Каро Смадина, господина Ахмедина Ахмеда, министра по инновации и технологии в Эфиопии, также господина Максима Паршина, замминистра по цифровому развитию, коммуникации и СМИ Российской Федерации, господина Кшиштофа Шуберта из Республики Польша, это уполномоченный по вопросам UNIGF, и госпожу Энрику Эстохойзен из IGF, группы по консультации. Я хочу начать с того, что когда мы посмотрим на страны хозяев, на Польшу, Россию и Эфиопию, давайте начнем с этих министров. Польский министр сначала. Уполномоченный господин Шуберт из Польши. Все, что мы слышали до сих пор о тенденциях, о развитиях, я хочу спросить, как вы считаете, на каких вопросах должен концентрироваться ИГФ? Я вам сначала задам этот вопрос, Кшиштоф. Спасибо. Для меня, как бывшего члена МАК, это одно удовольствие, что могу с вами разговаривать онлайн. Несколько комментариев на тему вопрос, который был задан. По-моему, COVID-19 показал очень четко, каково значение цифровой технологии, которая обращает внимание на бизнес, на правительство, а также на жизнь людей, которая должна продолжаться. Инновационные технологии, цифровые технологии во время пандемии отвечают нашим потребностям. Этот период ускорил осуществление проектов, которые были запоздавшими. Это наш опыт последних недель или месяцев. Это работало таким образом, что приоритеты были изменены для того, чтобы можно было действительно поддерживать цифровой подход. Изменилась политика. Это наш опыт из Польши. Возвращаясь к вопросу, который вы задали, готов ли интернет на восстановление после COVID-19, я бы сказал «да». На самом деле, это лучший план по восстановлению, который мы можем осуществлять. Цифровые решения, которые опираются на интернет, позволили на то, чтобы миллионы продолжали свою работу во время локдауна. Стратегическое значение интернета было подтверждено. Если существует какой-то момент, это дистанционное обучение, которое нас научило тому, показало, что инфраструктура имеет стратегическое значение. Мы должны также гарантировать кибербезопасность. Нам нужно гарантировать, что данные будут перерабатываться безопасным образом. Мы должны идти в сторону киберобразования. В формировании нового цифрового общества процесс глобального безопасного, прозрачного интернета, который будет достоверным, является очень важным. Широкая перспектива означает, что нам нужно также укрепленное сотрудничество как в Центральной и Средней Европе и Восточной Европе. Мы это осуществляем в рамках Вышеградской группы или инициативы трех морей. На этом сосредоточились наши фонды и планы. Нам нужно помнить о малых и средних предприятиях. Свыше 60% инноваций именно реализуется в цифровом секторе. Мы по-прежнему работаем именно в этой области и будем это продолжать на протяжении последующих лет. Спасибо большое, и я вернусь к вам еще с одним вопросом, потому что мы говорим о росте, как мы видим растущие значения интернета на протяжении последних месяцев. Это будет очень важно во время восстановления. Что для вас это означает, когда мы говорим о растущей потребности в управлении интернетом? То, что я вижу по нашему опыту во всей Европе, это то, что многие правительства осознали значение цифровых технологий, что означает, что они на ходу оцениваются. Цифровая
трансформация на повестке дня намного выше. Это очень хорошо, помня ситуацию, связанную с пандемией. Я бы сказал, что это определенный уровень сосредоточенности на технологии, то, как мы можем быть полезными в разных областях, ветвях экономики, это очень важно. Большинство секторов нашей экономики ощущает последствия цифровой технологии и трансформации. Это ответ на твой вопрос. И мы можем это обсудить также в Польше во время ИГФ. И инвестиции, фонды, экономические аспекты тоже имеют огромное значение. Без фондов, без инвестиций не будет цифровой трансформации вообще. Спасибо большое, Кшиштоф Шуберт. Давайте перейдем к стране, которая будет после Польши хозяином ИГФ. Это будет Эфиопия. С нами господин Ахмед Имахмед, министр по инновации и технологии. Господин министр, я хочу задать тот же самый вопрос. То есть где вы видите сейчас интернет? Где он находится? Что это означает для управления во время COVID-19? Спасибо, Джонатан. Я бы хотел воспользоваться возможностью и поблагодарить от своего имени, а также от имени Федеральной Республики Эфиопии, Министерства инноваций и технологий за то, что мы можем участвовать в этой 15-й ежегодной встрече форума по управлению интернетом. Точно так же, как и в других местах в мире, мы осознаем, насколько важным является интернет, особенно в период, когда COVID-19 ударил нас с огромной силой и прерывает звук. У нас огромные проблемы. Вы можете выключить имидж для того, чтобы мы только вас слышали? Может быть, тогда качество будет лучше. Да. В связи с этим, надеюсь, что тот эффект, который должен быть длительным, будет продолжаться. Мы должны сосредоточиться на инфраструктуре пользователя. Когда говорим об инфраструктуре, нам нужно сосредоточиться на разных воротах, на увеличении потенциала оптоволокна. Нам нужно снизить расходы, а также на последнем сегменте доступа к пользователю. Нам нужно сосредоточиться на данных, а также на конечном пользователе, потому что нам нужно заняться также и цифровым разрывом. COVID-19 воздействует на разные все сектора, и мы также относились к этому в наших инициативах в Эфиопии. Мы этим и занимаемся. В этих рамках у нас инициативы, которые с этим связаны, и мы стараемся сделать доступными недорогие устройства. В связи с нашим законодательством мы также программируем интернет-сделки. Нам придется именно такие решения применять. С перспективы политики, первоначально политические рамки должны концентрироваться на том, чтобы только использовать интернет и увеличивать доступ в связи с благополучием, которое гарантирует качество жизни. Мы должны сосредотачиваться на доступных системах, которые будут помогать ученикам и студентам в достижении их целей для того, чтобы изменить государство в будущем. Также развитие экономики с помощью интернета позволит нам выйти на более высокий уровень для всех граждан. Мы должны также концентрироваться на других секторах: big data, интернет вещей и безопасности, а также на правах человека, которые связаны с продвинутыми технологиями. Спасибо большое, Джонатан. Спасибо большое. Звук был потом замечательным. Большое спасибо. Мы переходим к 2025. Максим Паршин, который является вице-министром по цифровому развитию коммуникации Российской Федерации. Максим, как выглядит вопрос интернета сейчас и в будущем, а также управление интернетом?
Большое спасибо, спасибо, господин министр, спасибо за то, что вы переключились. Перевод доступен, вы можете воспользоваться переводом. А теперь переходим к следующей стране. И теперь переходим к Южной Америке, господину Карлосу Малира. Когда вы смотрите, Карлос, на все вызовы, которые стоят перед Коста-Рикой, что это за вызовы, что это за задачи, что это за универсальные задачи, которые необходимо решить для Латинской Америки, для Южной Америки? Добрый день, добрый вечер всем. Я очень рад, что нас пригласили на это заседание. Мы видим три таких области. Мы говорим про образование, мы говорим про работу, и мы говорим про систему здравоохранения. Все видят, как важно бороться с бедностью, как важно обеспечить доступ к интернету. Уровень доходов вырос, это хорошая новость, но есть показатель, который говорит о том, что доступ к интернету снизился на 5% по отношению к предыдущему исследованию. Что касается образования в частном и в государственном секторе, образование тоже очень важно. Доступ к интернету – это тот инструмент, который позволяет пользоваться образованием. Что касается участия женщин в интернете, наше правительство тоже замечает, что касается доступа к интернету, то здесь разрыв сокращается. Интернет позволяет пользоваться различными инструментами. Наш просмотр 2022 года показал, что касается цели равновешенного развития, что касается обеспечения высококачественного образования, то это образование можно обеспечить, если у нас есть доступ к интернету. И качество этого образования развивается, растет. Потенциал еще не используется в большей степени, потому что мы закрыты в большой степени. Также инвестиции должны сосредотачиваться на доступе к интернету. Медицинские консультации проводятся тоже посредством интернета. И поэтому очень важно обеспечить доступ к широкополосному интернету, чтобы эта система работала эффективнее. Разрыв был большой, но этот разрыв еще расширяется, и его необходимо побороться, необходимо предпринять соответствующие меры, развивать компетенции, создавать места работы, которые предоставят трудоустройство населению. Мы знаем, что цифровая трансформация, ее невозможно остановить, и средства из ВВП должны предназначаться на создание соответствующих условий для того, чтобы большая часть населения могла пользоваться интернет-ресурсами, пользоваться инструментами, которыми работаем в интернете. Многое зависит сегодня именно от доступа к интернету. Интернет – это рычаг нашей имплементации повестки 2020 года. Какие бы альтернативные решения для нашего региона? Южная Америка понимает, что есть различные тренды в мире, и наша цель – реализовать постановление нашей дорожной карты. Разные страны добиваются уровня 70-75% доступа к интернету. Но нужно помнить еще, что и страны такие, как Индия, как Китай, большая часть ВВП и значительная часть задолженности развивающихся стран – целью для цифрового, связанной с цифровой инклюзивностью, очень исключительно важны. Большое спасибо, господин министр. А теперь Эва Сомпорт, вице-секретарь ООН и секретарь экономического совета по делам Африки. У Африки есть свои собственные задачи. Каковы эти задачи в области цифровизации и управления интернетом? Спасибо, Джонатан. Добрый вечер. Добрый день всем. Спасибо за приглашение к
этой дискуссии, это замечательное заседание, очень интересное. Мы выслушали много интересного. Что касается Африки, то я хочу подчеркнуть три вещи. Мы, как экономический совет, сосредотачиваемся прежде всего на более широком доступе к интернету. Все говорили о том, сколь важно является интернет-связь. Даже если связь имеется, то эта связь очень часто дорогая, недоступна для всех. Есть дома, которые не могут себе позволить обеспечить доступ к интернету. Нужно сократить доступ интернет-связи. Второй вопрос – это скорость. Скорость интернета – это тоже важный вопрос. Иногда мы заходим на какой-то сайт, в Африке 2,5 минуты, а в США в то время это занимает только несколько секунд. Так что если нет доступа к широкополосному интернету, то использование интернет-ресурсов не будет эффективным. Есть еще пугающие статистики. Почти половина континента, ну, может, 1/3 континента, 30% не имеет конкретной цифровой идентичности. Даже если есть доступ, то население не в состоянии участвовать в этой цифровой жизни. И поэтому нам необходимо убедиться в том, что у жителей Африки будет лучший, более широкий доступ к интернету. Риски есть. Мы говорили уже про цифровой разрыв. Те, у которых есть доступ, этот доступ будет лучше. Те, у которых доступа нет, и будет все сложнее этот доступ получить. Это видно на примере образования. В домашнем хозяйстве, которое может себе позволить доступ к интернету, там пользуется этим 7 человек, допустим. А есть домашнее хозяйство, в котором никто абсолютно интернетом не пользуется. Так что этот переход, вступление в цифровую эру показывает, насколько усиливаются различия, подкрепляются различия. И Африка от этого страдает. Наверняка от этого страдает также часть Южной Америки. Мы как континент, у нас очень много стран в этой самой худшей ситуации. Мы, наша организация, мы задействовали такой центр цифрового образования, цифрового совершенства, и мы понимаем, что нужно делать все, что мы можем, чтобы создать среду, которая поддается регуляциям, которая работает согласно определенным правилам. Необходимо бороться с действующим хаосом. Это все, что хотела сказать. Я еще позже подключусь к дискуссии. У меня только еще один вопрос вам. Почему такие проблемы? Нехватка инвестиций. Откуда можно взять инвестиции? Это замечательный вопрос. Мы сделали где-то 2 недели тому назад очень интересную вещь. Мы задействовали такую встречу на тему искусственного интеллекта. Это было в Конго. Мы встретились там с лучшими компаниями IT, чтобы создать такую платформу коммуникации. Мы стараемся собрать в одной группе вместе представителей всех крупных компании электросвязи, мы хотим объединить страны, хотим объединять предприятия, чтобы они увидели, какова стоимость технологий, какова их ценность, как они могут использовать предприятия, могут использовать технологии, чтобы проникнуть к клиенту. А правительство должно создать соответствующие стабильные, устойчивые рамки, чтобы предприятия могли спокойно действовать. Когда предприятие войдет в такую инвестицию, то сможет добиваться определенной прибыли, а частный сектор нужен понимать, откуда можно добиваться дохода, прибыли. Африка задействовала огромный инвестиционный проект, и у частного сектора есть много открытых дверей. Конечно, нам нужно содействие с различными организациями, это поможет ограничить стоимость инвестиций, и тогда частный сектор может войти на наш рынок и работать на нем более активно. Но то, насколько просто действовать в бизнесе, это, конечно, очень привлекает инвестиции. И здесь необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Мы думаем на том, чтобы задействовать систему 5G в нескольких африканских государствах. Вначале мы думали о 10G, а сейчас
уже к нам сейчас следующие и хотят, чтобы мы их подключили, так что мы создадим группу 20G, и это тогда создаст такой эффект накопления, если больше государств захотят, может, подключиться к этому проекту, но все зависит, конечно, от законодательных регуляций и создания соответствующей инфраструктуры. Вы затронули очень интересные вопросы. Я смотрю на все с точки зрения банки развития, и я надеюсь, что частный сектор присоединится к вашему проекту, присоединится к этой идее. Инвесторы показывают также другим, чего можно добиться. И теперь, Анита, Эстас, что ИЧЕП может сделать, что касается управления интернетом в будущем? Спасибо, Джонатан. Прежде всего, я хочу воспользоваться случаем, хочу поблагодарить всех, кто участвует в форуме, которые посодействовали этому успеху. Я хочу поблагодарить Польшу, Эфиопию, Японию, Россию, то есть тех будущих хозяев форума. ИЧЕП должно понимать, что оно не существует где-то в параллельном измерении, где-то отдельно. То, что мы видим в интернете, отображает то, что мы видим в реальном мире. Конфликты, несправедливость, неравенство, которые мы наблюдаем в интернете, это отражает то, что в жизни. А потенциал интернета позволяет бороться за свои права, но позволяет тоже уничтожать других. И в конце концов, интернет не должен оставаться столь разделенным. Мы не решим проблем интернета только в интернете. Нам нужно быть смелыми, мы должны понимать, что есть огромные задачи, что есть разные подходы к решению этих вопросов, что разные проблемы нужно подходить по-разному, нужно находить разнообразные подходы и, предпринимая меры, нужно действовать инклюзивно, нужно учитывать различные точки зрения, различные языки, различные культуры, участие в различных форумах, различных институтах, правительств, стран, региональных организаций, которые занимаются политиками, связанными с интернетом. Когда интернет будет распространяться, все больше институтов, которые сначала не приоритизировали интернета, будут вынуждены тоже вводить такие политики. Они тоже будут участвовать в форуме, и нам необходимо выслушать их голоса, их убеждения и подключить их к нашей дискуссии. Форум должен тоже укреплять свои собственные фундаменты, свой потенциал. Нам необходимо строить более стабильные, сильные связи и с ООН, и с другими организациями. Но мы не должны терять свой характер. Это форум, который действует внутри ООН, но заодно отдельно. И то сообщество, которое действует снизу, эти волонтеры, которые отдают свое время, это огромная ценность и это огромная сила нашего форума. Развиваем форум управления интернетом, внедряя новую дорожную карту, нам нужно защищать этот характер инициатив снизу. Нужно укреплять форум как институт, который сможет более эффективно сотрудничать с лидерами во всем мире. Большое спасибо. Мне кажется, что многое поменялось. Я помню, как это было несколько лет тому назад, где-то в 2008 году, да, я правильно помню. Потом в Вильнюсе я помню нашу встречу. Так что мы видим, как интернет, как форум по управлению интернетом развивается. И это замечательное доказательство нашего многостороннего подхода. Я знаю, что мы еще с вами встречаемся, но давайте сейчас перейдем к обязательствам. Я хочу попросить наших участников, чтобы в нескольких предложениях от имени своих институтов, которых они представляют, чтобы они высказали свои обязательства, что они будут делать в будущем. Я начну с господина Кшиштова Шуберта. К чему вы обязываетесь? Я хочу начать с комментария. Мы прежде всего активно участвуем в успехе 16-го форума, который состоится в городе Катовице в следующем году.
Я хочу тоже поговорить про идеи форума, про то, чего мы можем ожидать в будущем году. Может, это удобный случай, чтобы об этом говорить. Мы тоже открыты на ваши предложения. Мы хотим, Польша хочет больше подключить молодежь в процессе EGF, мы хотим выслушать молодежь, мы хотим услышать про их задачи, про их озабоченность насчет образования, трудоустройства, результатов пандемии. Мы хотим развивать наш опыт, нашу надлежащую практику, мы хотим подключить больше парламентариев к форуму, мы хотим активизировать Германия. Запустила эту идею в прошлом году, и мы хотим развивать и продолжать эту практику. Мы бы хотели также подключить хозяина следующего форума, то есть Эфиопию. Мы хотим подключить повестку 2021, чтобы в 2022 году можно было некоторые идеи продолжать в Эфиопии. Когда я выслушал, когда я прислушивался к первому заседанию, я обратил внимание, что вопросы экологии очень важны, их необходимо продолжать, вопросы окружающей среды, вопросы, которые до этого не были столь важными в повестке форума, этому вопросу нужно отдать должное место. Мы задумываемся также о подключении новых общностей. Мы хотим предложить более широкое подключение программистов. Мы хотим их подключить к более активному участнику к форуму. Польша выиграла Европейскую неделю гейминга и тоже хотим участников этой среды подключить к форуму. Общая дискуссия насчет восстановления экономики в условиях развития цифровых технологий – это тоже интересная тема, которая заслуживает внимания. Так что так выглядит эта перспектива с нашей точки зрения. Я надеюсь, что мы все встретимся в четвертом квартале следующего года в Польше. Особенно это личная встреча, это замечательная вещь, мы на нее надеемся. А теперь перейдем к доктору Мухамеду из Эфиопии. Я надеюсь, что вас слышно. Каковы ваши обязательства? Большое спасибо, Джонатан. Как уже говорилось раньше, у нас есть задачи, которые ждут решения. Нам необходимо добиться решений на уровне международного сотрудничества. Эфиопия активно участвует в таком сотрудничестве. И мы хотим продолжать это сотрудничество и во время следующих форумов. Очень важны региональные решения, которые позволяют сокращать стоимость интернета на всем континенте. Что касается конкретных стран, то в случае Эфиопии наше правительство приняла стратегию цифрового развития на 2020 год. Это называется «Цифровая Эфиопия 2025». Мы будем проводить форум в 2022 году. И по ходу реализации, внедрения этой цифровой трансформации мы надеемся, мы будем решать большинство тех проблем, которые выдвинулись на первый план во время пандемии. Я имею здесь в виду приватизацию сектора электросвязи, дерегуляция рынка мобильных телефонов, чтобы эти телефоны были более доступны, чтобы сократить затраты на мобильную связь. Мы хотим развивать доступ к интернету, хотим укреплять центра данных и поддерживать развитие цифровой экономики. Наша страна выводит различные решения, связанные с безопасностью. Это те темы, которые тоже являются нашим вложением в развитие электронной торговли. Мы внедряем различные решения типа закона о стартапах, который должен облегчить действия такого типа фирмы. Следующий пункт – это продвижение инноваций и предпринимательства
в цифровой экосистеме. Мы нацелены также на расширение доступа к электросвязи, распределение энергетики. Это тоже одна из наших задач, и мы надеемся, что мы решим эти проблемы до форума в 2022 году. Наше правительство придает все усилия, чтобы решить эти проблемы. Мы сейчас занимаемся геотермической энергетикой, солнечной энергетикой, стараемся вводить различные экологические решения в области энергетики. И надеюсь, что мы сможем встретиться со всеми в 2022 году. И господин Максим Пашин из России, каковы ваши обязательства от вашей... Кажется, что господина министра с нами сейчас нет. Тогда господин Карлос Молина из Коста-Рики обяжется. От имени своей страны Коста-Рики я хотел бы принять на себя обязательства. Мы маленькая страна, у которой огромные мечты, и мы действуем еще шире. 25% нашей территории – это национальный парк. Наша энергия в 100% происходит из возобновляемых источников энергии. В следующем году мы будем отмечать 200 лет нашего функционирования. Мы обязуемся сеть образования на именно 200-летие. Мы хотим обеспечить всем ученикам, студентам доступ к интернету для того, чтобы никто не остался сзади. Это для нас самое главное обязательство, потому что доступ к цифровой технологии – это то, что делает возможным осуществление других целей и намерений, которые мы перед нами ставим. Спасибо, Карлос Мурлина. Может, сейчас я попрошу тебя обязаться, Вера. И давайте я обяжусь в плане коммуникационной платформы для Африки сделать следующее. Нам удалось идентифицировать уже 7 миллионов устройств, которые функционируют в Африке. Надеюсь, что нам это позволит ускорить расширение систем для опознавания тождества личности цифровых устройств. Эта платформа уже функционирует. Надеюсь, что это позволит нам решить проблемы с опознанием. Второй момент – это устранение любых разрывов в плане гендера. Мы хотим, чтобы девочки также могли обучаться в области IT, чтобы они могли изучать программирование, и также вопрос авторских прав в интернете. Мы должны сделать все возможное, чтобы те новые идеи, которые выходят из Африки, также защищались. Мы стараемся работать в этом направлении, чтобы такие инновационные идеи были защищены, потому что Африка также хочет со-создавать эту технологию. Мы эту инновацию должны таким образом защищать. Нам нужно создать такое агентство IPO, которое будет защищать эту инновационную африканскую мысль, и, может быть, это будет наше очередное обязательство. Да, это будет важно и интересно. Спасибо, Вера. Анриетта, пожалуйста. Джонатан, большое спасибо. Сотрудничество с сообществом ИГФ, с ООН, с консультационными группами или с парламентариями, которые встречаются больше, чем раз в году, это, кажется, что является важным моментом. Второе. Нам нужно ответить на эту дорожную карту генсекретаря и укреплять ИГФ как платформу.
в которой можно участвовать, укреплять отношения и ГЭПС с разными другими институтами, но также и использовать уже существующие механизмы в рамках ИГФ коалиции для того, чтобы они работали более эффективно. Но мы должны также сохранить этот характер снизу вверх ИГФ. Нужно сделать все возможное, чтобы его не потерять, чтобы это был инклюзивный форум и безопасные дискуссии. Также безопасное создание разных решений. Спасибо большое за это обязательство. Ты потом примешь участие в очередной дискуссии. А сейчас еще обязательство Японии, которая будет хозяином в 2023 году. И у нас видеоматериал министра коммуникации Японии господина Такеда Рёта. Уважаемые дамы и господа, меня зовут Такеда Рёта. Для меня это огромная честь, что могу сказать несколько замечаний на заключительной сессии. Я хочу поблагодарить секретариат и консультационные группы за столь хорошую организацию этого первого ИГФ онлайн во время кризиса. Я хотел бы также поблагодарить всех участников, всех тех, кто принял участие в организации дискуссии и всех сессий в рамках ИГФ. Мы видим, что сила интернета была подтверждена во время пандемии COVID-19. Даже во время кризиса интернет объединяет людей, он позволяет им функционировать, вести ежедневную жизнь, функционировать в финансовом смысле и осуществлять цели по развитию. Стало также ясным, что подключение к интернету может иметь последствия, которые будут изменять человеческую жизнь. Тема ИГФ 2020 подчеркивает, что важно то, чтобы у всех был доступ к интернету, чтобы они могли участвовать в цифровом мире, для того, чтобы наше общество могли восстановиться после кризиса и развиваться безопасно в этой новой норме. Одновременно проникновение интернета в экономику, в общество – это тема, которая порождает другие проблемы, новые проблемы, как приватность, конфиденциальность, отнесение к этим вопросам, укрепление также и доверия к интернету, как поток данных и создание общего интернета. Для того, чтобы это было возможным, чтобы все в мире имели доступ к интернету, мы должны продвигать свободный поток данных в интернете, к которому мы доверяем. И поэтому мы организовали этот открытый интернет-форум. И таким образом роль ИГФ как форума, как свободной открытой дискуссии, где порождаются разные решения, связанные с интернетом, является все более значимой. В этом контексте генеральный секретарь Гутера предложил ИГФ плюс, который укрепит существующие функции ИГФ и будет также способствовать дискуссии об интернете. Мы поддерживаем эту идею. Интернет не должен управляться сверху вниз, а наоборот, снизу вверх. ИГФ является воплощением такого многостороннего подхода. Люди из всего мира сотрудничают офлайн, онлайн, думая о лучшем управлении интернетом. Я убежден, что дальнейшее развитие интернет-пространства возможно, когда все участники обучаются друг от друга и хорошо себя друг друга понимают. Япония будет хозяином ИГФ в 2023 году. Мы постараемся иметь вклад в развитие инклюзивного и инновационного интернета, и чтобы там проводилась многосторонняя дискуссия. Спасибо большое. Большое спасибо за посыл в этом материале. Спасибо всем участникам первой части нашей дискуссии. Большое спасибо. А сейчас приглашаем на вторую часть. Я представлю панелистов. Мы будем в рамках этой дискуссии говорить о том, как мы можем более эффективно сотрудничать в цифровом мире для того, чтобы лучше справляться с глобальными вызовами на протяжении последующих 10 лет. Это тема, к которой мы переходим. Томас Херлик. Бывший президент Эстонии Игнатиус Хохшильд, замсекретаря по вопросам 70-летию ООН,
и потом один из авторов Google, Винцев, Гора Марбисиев, это организация Валерия Гега из Кении, представительница молодежи и генеральный директор ГСМА, а также Андрета Эстенхаус, которая является представительницей консультационной группы МАК. Если можно, я начну с зам генерального секретаря Фабрицио Хохшильд, который, к сожалению, нас покинет немножко раньше. Фабрицио, как сделать, чтобы интернет стал значимым, чтобы он реагировал на эти быстрые изменения в цифровой среде? Спасибо большое. Мне кажется, что прежде всего нам нужно согласовать вызовы. Что это за вызовы? Слушая многие высказывания на протяжении последних дней, я бы сказал, что основой определения вызовов является определение вызова, связанного с темпами развития технологии. Интернет еще никогда не дошел до стольких людей так быстро. Нет в истории подобного события. На протяжении 20 лет вполне имело место трансформация половины населения нашего земного шара. И те, кто принимает решения, те, кто отвечает за политику на национальном и местном уровне, они продвигают доступ к этому активу. Иногда у них проблемы с тем, чтобы управлять этими ресурсами и всем тем, что с ними связано. Думаю, что есть такие предпосылки, что управление является врагом свободы инноваций. Джон, ты, Джонатан, ты точно знаешь урок из «Властителя мух», что, скорее всего, управление ведет к тирании самых слабых. Видим, что происходит обратное явление, что нарушаются права человека, а также наносится вред детям в интернете и также наносится вред людям, которые тем, кто защищает эти права. Ну, есть и преимущества интернета. Думаю, что вызов для всех управленческих механизмов – это то, чтобы идти шаг за шагом, чтобы двигаться в таком, с такой же скоростью. И ГЭФ должен продолжать этот путь, потому что мы сделали уже большой шаг назад, продвигая большую инклюзивность в представлении регионов и других социальных групп бизнеса, правительств, особенно из глобального юга. Но нам нужно лучше связываться с другими управленческими механизмами. Это управление в интернете должно быть децентрализовано, но эти взаимосвязи должны существовать. Эти идеи снизу вверх, Аннет это подчеркивала, не должны заканчивать все. Это дает нам легитимность действовать, но нам нужны сильные лидеры, и генсекретарь это подчеркивал несколько раз. Мне кажется, что нам нужно более стабильное финансирование и больший потенциал. И нам нужно постепенно уходить от каких-то единичных событий к процессу, который должен проходить весь год. И он должен проходить в то время, когда эти события происходят. Интернет живет каждую секунду, поэтому нам нельзя сосредотачиваться на нем раз в год. Многое уже было сделано в этом направлении, я обязуюсь, что я буду поддерживать эту работу и в дальнейшем. Спасибо большое, Фабричио. Это были очень важные замечания, касающиеся темпов изменений по сравнению с темпами ежегодной встречи. Мне очень нравится эта аналогия и всего самого наилучшего на новой вам посту. Сейчас господин Томас Инвес. Мы слышали представителей ООН, а сейчас господин Томас Хендрикс. Что вы чувствуете на ИГФ? Что мы должны сделать в связи с тем, о чем мы разговариваем? Спасибо большое.
Прежде всего, я очень рад, что он организовал форум по управлению интернетом. Но это должно быть нечто больше, чем процесс. Появились многие привлекательные идеи. Но я хочу сказать, как мы можем сотрудничать. У меня включен микрофон? Нет, мы тебя слышим очень хорошо. У тебя включен микрофон. У нас такой вызов. Как мы можем расширить возможности интернета и приложить интернет остальной части мира. Я не знаю, понимаем ли мы, насколько это важно. Появляется множество тривиальных, банальных вопросов, и нам нужно сейчас понять, что развитие 19 и 20 веков было функцией инфраструктуры, телефонных линий и так далее. Но в этой цифровой эре, в которую мы вошли, нам не только нужна инфраструктура, нам нужно программное обеспечение. Конечно же, нам нужно покрытие оптоволокном этого последнего километра. Но нам нужно еще больше, значительно больше. Мы говорили о синергии разных заинтересованных сторон, решений и тем, которые взаимосвязаны. Это была цитата. Но мы хотим также развиваться таким образом, чтобы создать безопасное программное обеспечение, инфраструктура, а также цифровое торжество для того, чтобы эффективно архитектуру программного обеспечения ввести, включая приватность. Все это возможно даже и сегодня. Уже 20 лет существует как функциональность, как возможность. Мы об этом знаем, что нужно гарантировать права человека онлайн. Но внедряем ли мы это, особенно в контексте приватности, интегральности данных? Это абсолютно входит в рамки прав человека. Эти решения существуют, они не такие уж дорогие, и мы в состоянии сегодня пользоваться больше, чем до сих пор, решениями. И сейчас важно, спустя полтора года это будет на 50% меньше или даже в 13 раз меньше, если захотим построить такие решения. В моей стране мы ввели оцифровку полностью нашего управления в стране, а сейчас это гораздо дешевле, чем год тому назад, когда мы это делали. В моей стране только три вещи нельзя сделать онлайн. Нельзя выйти замуж, нельзя развестись и нельзя продать недвижимость онлайн. Все остальное мы в состоянии оформить онлайн. Что же то же самое. Вот синакуанон означает внедрение реакции на COVID-19, где приватность и интегральность становятся ключевыми проблемами. Это касается отслеживания контактов, цепочек поставок, интегральности, а также масок и так далее. А то, что самое главное, это безопасность вакцин, прививок. Мы все знаем, что за этим нужно следить для того, чтобы не допустить до катастроф, которые мы видели в прошлом. Поэтому такие решения доступны. Наша страна такие решения предоставляет бесплатно, такое программное обеспечение. И это, даже если это не бесплатно, это не так уж дорого. Мы в состоянии сделать огромные шаги в этих областях, если мы примем это сделать, если у нас будет политическая воля для того, чтобы создать тождества в цифровом пространстве, которые будут безопасными. Если применим соответствующие системы шифрования, будет безопасная архитектура. Существует много моделей, которые это определяют. И мы можем применить самые современные технологии. У нас такие решения, как блокчейн, для того, чтобы гарантировать интегральность данных. Я бы сказал таким образом, что с технологической перспективы у нас не так уж много составных или больших шагов, которые нужно сделать. Все эти вещи можно сделать изо дня в день. И
Организация Объединенных Наций – это то поприще, где можно эти действия предпринять. Нам нужно поработать над тем, чтобы избежать фрагментации интернета. Деление интернета, опираясь на разное понимание доступа к информации в разных странах, будет только создавать разделы в мире, которые закончились холодной войной. С того времени доступ к информации, а также соединение между разными субъектами в мире изменили миллиарды человеческих жизней. Этого нельзя было бы достичь без глобального интернета, который нас объединяет. Нам нужно это сохранить, и это нечто, что должно быть задачей для ООН, особенно в контексте кризиса здоровья. Интернет-соединение во всем мире позволило нам остаться на связи и снизить вред для всех наших стран и экономик. Именно благодаря самоизоляции, карантину, я сказал бы, что у нас здесь важные моменты, где принимаем решение, куда пойти, но нам нужно опираться на основные ценности. Нужно найти способы, как сохранять права человека и также верховенство закона. Нам нужно также увеличивать доверие к интернету. Это мы можем сделать благодаря технологическим решениям, которые гарантируют за доверие и приватность. Нужно сначала это обеспечить для граждан, а только потом для правительств и компаний, потому что права человека настолько важны сегодня, как они были важными в 1945 году. Я абсолютно уверен, что новый форум по управлению интернетом сможет найти глобальный консенс по поддержанию бесплатного, децентрализованного, безопасного интернета. Спасибо большое. Томас Хантри, Инвест, это очень интересно. Мы выслушали это с интересом со стороны интернета, который прошел этот путь внедрения интернета. А сейчас самый младший панелист, представитель молодежи или представительница молодежи Валерий Ега. Как ты видишь развитие интернета? Как это будет выглядеть спустя несколько лет, в 2025 году? Большое спасибо за то, за всем участникам, за то, что вы с нами и на этом, и на других заседаниях. Молодежь – это не гомогенная группа, не однообразная группа. Мы из разных мест, из разных регионов, с разной историей, с разными потребностями, нуждами. Когда мы говорим про будущее с перспективы молодежи, то нужно обсуждать цели, для которых молодежь пользуется интернетом. Это такие вещи, как бизнес, образование, трудоустройство, доступ к информации. Особенно в контексте пандемии все больше людей перешло на работу на цифровых платформах. Как и мои предыдущие, как предыдущие участия, я могу сказать, что доступ к интернету важен для большого количества молодых людей. Доступ к интернету в Африке отличается от доступа к интернету в других странах. Когда мы смотрим в будущее, мы должны смотреть молодежь в контексте того, что можно еще сделать, чего можно добиться во время таких заседаний. Мы обязаны форуму за то, что мы можем участвовать в таком заседании. Я хочу сказать, как важно наша организация ЮНЕГО сосредотачивается на том, чтобы быть на связи с молодежью на всем африканском континенте. Вместе с Мариши, вместе с группой молодых людей, мы очень рады, что есть такие институты, как Организация Объединенных Наций, которые работают с предприятиями, с правительствами, для того, чтобы обеспечить участие молодежи в процессе принятия решений. Мы хотим также часть инициатив молодых людей продвигать. У нас есть объединение молодежи для управления интернетом. Объединение, которое высказывается, которое занимает громко голос, которое занимается сотрудничеством. У нас есть тоже решение из области Digital Grassroots для обеспечения лучшего доступа к интернету. Мы были свидетелями того, что делают молодые люди на региональном уровне, что они делают локально
как они участвуют в различных инициативах для того, чтобы помочь местным сообществам. Мы хотим сотрудничать с молодежью. Мы считаем, что интернет создается также для молодежи. Мы хотим быть частью процесса организации. Мы хотим быть частью процесса разработки решений. И я имею в виду не только участие, я имею в виду содействие, сотрудничество, чтобы увеличить роль молодежи в процессах принятия решений. Мы хотим тоже развивать мышление молодежи, развивать их действия на локальном уровне, чтобы разные группы на уровне информационного общества могли действовать при сотрудничестве с коллегами из разных стран, чтобы обсуждались такие вопросы, как связь, технологии, окружающая среда. Это все очень важные темы. Мы, как заинтересованная сторона, должны видеть, что делают молодые люди, что является самым ценным для их сообщества. Мы видим, как молодые люди вводят новые вопросы, как шифровка данных, нарушение прав человека. Все, что мы сказали раньше, это все очень важно. Очень важно, чтобы форум был безопасным местом, в котором люди могут появляться, в котором уважают права человека, где во время заседания можно обсуждать нарушение прав человека, как можно организовать сообщности с использованием интернета, чтобы развивать знания, чтобы развивать понимание современного контекста. Молодые люди участвуют во множестве проектов, инициатив. Что касается менторинга, молодые люди для молодых людей. Мы говорим об управлении интернетом тоже в этом контексте. Необходимо дать ответ на вопрос, что мы делаем. И необходимо подключать следующее поколение молодых людей, предоставлять им голос и сообщать им об их возможностях. Я очень благодарна за интернет. Мы хотим говорить с людьми из Кореи, из Вьетнама, из Египта. Это все молодые люди, которые находятся и появляются в этом пространстве. Это общее пространство для нас всех, несмотря на то, где мы живем. Еще группы молодежи из меньшинств играют важную роль в контексте построения связи, сближения молодежи из разных стран. Я хочу поделиться опытом, что произошло в Кении в контексте нашей школы управления интернетом и что можно сделать. Мы, как молодые люди, хотим участвовать в будущем, в форуме. На будущее нам потребуется больше молодых людей в этом пространстве, чтобы у этих людей, молодых, была, знаете, важная позиция. Спасибо. Спасибо за ваше высказывание. А теперь перейду к Винсенту Серфу из Google. Появилось много приоритетов, было затронуто множество вопросов. Как вы считаете, что должно стать темой номер один, чтобы мы добивались прогресса? Спасибо, Джонатан. Я хочу начать с поздравления. Я хочу поздравить весь форум. Добились замечательного технического интернета. У вас были замечательные сайты. У вас была замечательная организация. Замечательный перевод. Я под большим впечатлением, и я вам обязан за такую организацию, очень признателен. Я хочу сказать, чтобы обеспечить безопасность интернета и его открытость, которая предоставляет возможность использовать различные инструменты. Как это все гарантировать? Нужно определить, что такое безопасность. Я как инженер буду ставить такие вопросы. Если бы я был политиком, я бы ставил такие же вопросы. Следующий вопрос о фрагментации. Эта тема возникала неоднократно и сегодня, и на предыдущих заседаниях. Это действительно реальная угроза. Фрагментация уничтожит пользу, которую несет с собой интернет. И
и станет помехой в передвижении информации над границами государств. Поэтому необходимо избегать эффектов фрагментации. Следующий вопрос – это диалог. Диалог с различными стейкхолдерами, которые являются очень важным для подготовки надлежащих действий, надлежащей практики. Если бы мы какого-то человека спросили на улице, каково значение публичной миссии, мы можем спросить любого человека, что он думает про интернет, какие у него надежды связаны с интернетом. Генеральный секретарь господин Гутерреш очень подробно отнесся к этой теме. Он выразил эти вопросы замечательно. Тоже возникает тема скорости интернета. Мне кажется, ее не всегда правильно понимают и может воздействовать на углубление фрагментации. Поэтому нам нужно искать локальные решения для локальных вопросов, но не противодействие интероперативности интернета, не уничтожая различных полезных инструментов. Наша задача, как уже упоминалось, связана с тем, чтобы добиться широкого, устойчивого, безопасного, недорогостоящего, инклюзивного действия в пользу доступа к интернету при уважении прав человека и при содержании открытого интернета. Джонатан, включи микрофон. Винсент, большое вам спасибо. Один еще небольшой вопрос. Я вижу, что ты присматриваешься к следующему вопросу. Чтобы открытие сайт Google в Африке занимает много времени, в Штатах момент. Как это решить? Мы стараемся решить это с технической стороны, например, чтобы быстро загружались рекламы, чтобы был более широкополосный интернет. Мы предприняли некоторые меры в эту пользу. Мы хотим развивать тоже оптоволоконный интернет, продажу таких услуг, расширение оптовой продажи. Мы хотим тоже предоставлять интернет 4G, 5G, Wi-Fi. Это все имеет значение для решения этой проблемы. Но настоящий вопрос состоит в инвестициях, тоже в квалификациях и в сокращении стоимости. Это все позволит решить проблему. Спасибо, Винсент. А теперь перейдем к Горану из ICANN. Я вам задам такой же вопрос. Каковы ваши приоритеты? Большое спасибо. Всегда нужно следить за тем, в каком направлении дует ветер и откуда он дует. Нам нужно ответить на вопрос, как определить, идентифицировать проблему. Мне кажется, что на форуме мы обсуждали эту проблему. У нас недостаточная электросвязь во всем мире. Проблема является, когда интернет почти недоступен. Но стоит думать еще о следующем. Как мы вообще определяем интернет? Что такое интернет? Интернет не существует как субъект. Интернет – это тысячи различных элементов. Как мы участвуем в интернете? Это то, как мы позволяем людям быть на связи, оставаться на связи, общаться. Мы должны помнить также о фейк-ньюсах, о дезинформации. Это все происходит в различных соцсетях. Заодно, когда мы заходим в соцсети, мы просто в каком-то другом пространстве. Мы забыли еще об одном факторе. Разные вещи происходят в закрытых средах,
и нужно реагировать. Но мы вынуждены реагировать по-другому, чем в других контекстах. Мы переключаемся от сети к сети, мы переходим от одной части к другой части интернета. Мы часто говорим про фантастический глобальный элемент, это все очень важно. Но есть множество вещей, которые работают только локально. Когда мы говорим про использование интернета, когда моя дочь, например, хочет со мной общаться, она очень локальна, она пользуется соцсетями. Это типичное решение, это локальное решение, движение. Факт, что мы можем заходить онлайн, мы можем мы можем решать локальные проблемы глобально. Люди должны пользоваться кейбордом для того, чтобы знать, что происходит в интернете, пользоваться понимаемыми символами. Их нельзя принуждать перейти справа налево, слева направо, что люди... Мы перейдем сейчас к части, связанной с инвестициями. Я телекоммуникационный регулятор, регулятор электросвязи, и я отвечаю на ваш ответ, направляя внимание на цель построения локализированного интернета, доступа к платформам, к глобальному интернету. На данный момент мы интенсивно работаем над различными форумами. Мы думаем, что люди будут в состоянии предпринимать различные меры, чтобы действовать локально. Но потом мы хотим перейти к одному языку всех сетей. Мы не будем создавать альтернативу для того, что мы называем интернетом. Если это будет чем-то локальным, мы будем усугублять фрагментацию интернета. И мы уничтожим идею, которая лежала у основ интернета, идею объединения людей. Все заседания, к которым я прислушивался, были очень интересными. Не только с технической точки зрения, но тоже с той точки, потому что люди встретились, что не обсуждали различные проблемы. Мы видим, что что-то может быть и локальным, и глобальным заодно. Я был свидетелем разных дискуссий на разных форумах. Мы проводим часто простые переговоры, мы предоставляем наши услуги в мире, но заодно мы можем пользоваться услугами. И думаю, что мы именно часто так смотрим на действительность. Очень часто есть проблемы, которые существуют не только в интернете, но и в реальной жизни. Спасибо большое, Горан. И теперь я перейду к Мацу Гран-Риду. Тот же вопрос. Что нужно сделать? Одна вещь, которую можно сделать, чтобы подкрепить сотрудничество между странами, у которых разные экономические проблемы. Спасибо, для нас большое удовольствие с вами встретиться на этом форуме. Я представитель сектора мобильной электросвязи. Мы участвуем в обеспечении сотрудничества в интернете. Мы продвигаем участие в процессах принятия решения. Мы объединяем людей. У нас инвестиция 4,5 миллиарда долларов. Мы несем огромную ответственность. Мобильные связи стали в этом году особо важны. Их роль в ведении бизнеса увеличилась. Что касается сотрудничества, все еще требуется больше сотрудничества, особенно для того, чтобы побороть цифровой разрыв. Сегодня 50% населения имеет доступ к интернету, а 50% нет. 50% тех, у которых есть доступ, они пользуются интернетом, используя мобильную связь. Около 4 миллиарда человек не имеют интернет-связи.
И для нас это самый огромный вызов, самая огромная задача. Эти 4 миллиарда человек, у которых нет интернет-связи. Это связано с разрывом в покрытии. Люди, которые живут вне покрытия, у которых нет мобильного широкополосного интернета, 4G, 5G. И 700 миллионов касается этот недостаток покрытия. И второе, это связано с самопотреблением, использованием интернета. Люди живут там, где есть покрытие, но они решают, что они не будут им пользоваться. Наш сектор предпринял существенные меры, чтобы бороться с разрывом. Мы инвестировали более 150 миллионов долларов, чтобы подключить миллиард людей к интернету. Поэтому я сегодня призываю к действиям, которые будут нацелены на борьбу с цифровым разрывом. Мы хотим уничтожить те барьеры, которые мешают ускорению движения. Этот разрыв, в этом разрыве участвует 4 миллиарда и 300 миллионов человек. Что влияет на разрыв? Отсутствие квалификации, стоимость, вопросы, связанные с секретностью, с конфиденциональностью и недостаток локально значительного контента. И необходимо об этом помнить. Если эти тенденции будут продолжаться, то 40% людей в странах низкоразвивающихся, они останутся офлайн. Для них единственным решением будут мобильные решения. В нашей промышленности почти 1,5 миллиарда долларов будем инвестировать в развитие интернет-связи. Мы будем инсталлировать оборудование 5G. Нам необходимо бороться с цифровым разрывом, нам необходимо с этим бороться, иначе мы никак не добьемся целей устойчивого развития. 2020 год подкрепил связи между интернетом и обещаниями в области прав человека. Большое спасибо, Макс. И еще обращаюсь к Андрею, что может сделать форум, чтобы помочь побороть цифровой разрыв. Ну, что я могу еще сказать, что я могу добавить, ведь так много было сказано. Я начну со следующего. Форуму нельзя недооценивать сложности в достижении консенсуса. IGF был создан для того, чтобы справляться с проблемами, но не всегда мы соглашаемся насчет того, в чем проблема или как ее решить. Как, например, защищать интернет, как защищать инструменты безопасности, укреплять эти инструменты. И Фабриция тоже об этом говорил. Есть самые разные взгляды на то, каким инструментом может быть интернет в области прав человека. Некоторые считают, что интернет создает платформу, которая является вызовом для некоторых режимов. Есть масса граждан, которые пользуются соцсетями, чтобы критиковать правительство. Это увеличивает их субъектность. Так что есть различные взгляды, которые находятся в конфликте. Но что касается доступа к интернету, все не так просто. Мы знаем, каковы решения. Мы знаем, что мы требуемся в динамической регуляции различных инструментов. Мы знаем, что соцсети являются хорошим решением. Малые предприятия – хорошее решение. Мы знаем, что нам нужны инвестиции и в квалификации, и в контент. Но многое все-таки не происходит. Появляются сети без лицензии, у которых недостаточно финансов.
Я не цинична, я говорю лишь то, что нахождение решения, как уже говорил президент Дильвес, требует того, чтобы побороть некоторые политические проблемы. Нужно легализовать политическую волю и нужно укреплять глобальное сотрудничество. Мне кажется, что существенным является увеличение сотрудничества на национальном и региональном и локальном уровне. Я не знаю, Фабриции ли еще с нами, но инициативы снизу – это не только вопрос легализации. Подходы снизу – это оформление просто разных дел, потому что там происходят изменения, там строятся сети, там происходит обмен, там развиваются квалификации. Сеть развивается особо на локальном уровне. Это очень важный элемент интернета. Да, глобальное сотрудничество очень важно, но все должно происходить на том самом локальном уровне. Мне кажется, что инициативы форума могут играть большую роль на этом поле. Поэтому на этом нужно строить наше сотрудничество. Давайте упрощать, давайте быть смелым. Спасибо. Спасибо большое, Андрей. Это, конечно, эти местные вызовы являются очень важными. А сейчас пора представить свои обязательства со стороны наших участников дискуссии. Пожалуйста, подумайте, к чему вы хотите обязаться от своего имени или от имени организации. Я начну с господина председателя. Какое обязательство вы хотите принять на себя? У вас выключен микрофон. Я эксперт по выключению микрофона. Нужно два раза щелкнуть. Ну, ладно, хорошо. Что касается нашей академии по управлению, я член правления этой академии. Она существует уже 20 лет и обучает людей из всего мира. Госчиновников, прежде всего, из разных стран. Обучает их в области основ оцифровки. Мы отправляли своих представителей везде туда, где они были нужны по просьбе, по заявлению. И государственное финансирование, которое мы получаем, позволяет нам наносить визиты, финансировать ЕС, а также финансирование, которое происходит из других международных источников, означает, что мы можем отправлять и наших представителей для того, чтобы они помогали в разных долгосрочных проектах, связанных с оцифровкой во всем мире. Дело в том, что освоение основных компетенций – это, конечно, не абсолютные основы, касающиеся функционирования интернета, но я имею в виду основные компетенции, которые касаются, например, безопасного контроля за идентичностью, какая архитектура нужна, когда она уже существует, как заботиться об интегральности данных в интернете. Так что мы занимаемся этими темами, в особенности, потому что решения, которые мы используем в нашей стране, опираются на программное обеспечение open source. Оно бесплатное. Но отдельные страны должны обязаться, чтобы на основе этой основной инфраструктуры построить эту систему самим. Мы сотрудничаем с около 30 странами. Наша Академия управления помогает тем странам, которые действительно заинтересованы в оцифровке своих услуг и общественных, и частных. Спасибо. Бывший президент Эстонии, а сейчас наша самая младшая панелистка Валерий Йега. Ты хочешь нам сказать, к чему ты хочешь обязаться на будущее? Большое спасибо, Джонатан. К чему я хочу обязаться? Я, но также и молодежь. Думаю, что мы должны быть лучше представлены в процессах ЕГЭФ, в процессе принятия решений, но также в участиях на сессиях, которые являются самыми значимыми.
которые имеют самое большое влияние. Также и местные действия молодых людей, сотрудничество на местном и региональном уровнях. Этого сотрудничества должно быть больше в будущем. Спасибо, Валерий. А сейчас, Винт, сэр, вы с нами еще к чему хотите обязаться? Я хочу отнестись к двум моментам на самом деле. Прежде всего, мне обещали, что я буду проводить меньше времени, смотря на проблемы, а, скорее всего, я буду их решать. Мы должны разговаривать о том, что работает, что не работает и почему не работает. Мы должны это объяснять. Это я, к этому я хочу обязаться. И я бы сказал еще то, что сказала Валерий. Мы должны вовлечь больше людей в решение проблем, потому что они слишком молодые, чтобы знать, что это неразрешимо. Хорошо, мне нравятся оба обязательства. Спасибо, Винт. А сейчас Горан Марби. Я прежде всего хочу сказать, что мы будем продолжать нашу вовлеченность в сотрудничество с ЕГЭФ. Это очень значимая платформа, которая делает возможные дискуссии. Это важное место, где мы можем встретиться. И еще одно важное, обязательство. Мы хотим увеличить наши усилия в сотрудничестве с поставщиками программного обеспечения и компьютерного оборудования, которые необходимы для того, чтобы распространить интернет на местном уровне, потому что многие вещи должны сработать, чтобы это все было возможным. К этому мы обязуемся. Это тактический, стратегический вопрос, скорее всего. Дело в том, что у каждого в конечном итоге должен иметь доступ к интернету с помощью своего языка и своего скрипта. Спасибо, и сейчас перехожу к следующему шведу. Мац, может быть, ты хочешь взять на себя обязательства? Спасибо, Джонатан. Да, я отнесусь к тому, что сказал Винт. Нам нужно прислушиваться к молодежи, к молодым людям и учиться у них, потому что они не только являются будущим, мы это знаем, но они также не успели еще сделать наши ошибки. Давайте их слушать. Надеюсь, что и другие мои коллеги в бизнесе тоже будут к ним прислушиваться. Конечно, наша ветвь экономики должна совершенствовать технологии и ширину этого интернета. Ну, давайте прислушаться к молодым людям. Да, спасибо, Макс, это отличный совет. И, Андрея, ты уже обязалась к одному, но, может быть, хочешь что-нибудь добавить. Мне кажется, что могу только обещать, что ЕГЭФ должен быть форумом, который связывает поколения. Молодые люди должны вовлекаться, у них есть смелость. Они хотят пойти туда, куда, может быть, те, кто уже был, не пойдут. Это очень важная черта ЕГЭФ. Джонатан, для того, чтобы работать во благо ЕГЭФ, чтобы поддержать ЕГЭФ, к сожалению, тут у нас соединение хромает. Хочу сказать, что мы должны включить больше людей уже вне этих ЕГЭФ-пузырей. Тогда наше сотрудничество будет лучше. Давайте не потерять того сообщества ЕГЭФ, которое уже существует, укрепляя наш характер снизу вверх. Спасибо большое за терпение. И спасибо всем участникам дискуссии. На этой заключительной сессии у нас еще два обязательства, которые записаны в материале видео. Первое – это Симон Самарунка из Швейцарской конфедерации. Уважаемые дамы и господа, ваше превосходительство, мы живем во время неуверенности и отсутствия безопасности. Цифровые инструменты являются все более значимыми. Они позволяют функционировать нашим сообществам и организовать видеоконференции, но также помогают в дистанционной работе и обучении. Мы все больше осознаем риски, которые несет с собой оцифровка.
эти риски – это дезинформация о коронавирусе или кибератаки на стратегическую инфраструктуру, как больницы. Эти действия нарушают права человека, в том числе свободу слова, и также право на приватность. Нам нужно снискать доверие участников интернета. Нужно объединить разные субъекты и разработать четкие принципы управления сетью. Оцифровка должна служить всем. Мы должны обеспечить то, что интернет останется пространством безопасности, демократии, свободы. Мы должны для этого определить принципы на международном уровне и потом применить международное право к интернету. Наши политические порядки могут различаться. И, может быть, это не будет легко внедрить, но это нужно сделать. За последнюю неделю форум по управлению интернетом позволила на много демократических открытых дискуссий между разными субъектами, представителями правительств, парламентов, гражданского общества и академической среды. Это необходимый диалог, но он перестал уже быть достаточным. Нам нужно эти действия продолжать. Это важно, особенно в наше время. Дорожная карта Генсекретаря ООН, касающаяся цифрового сотрудничества, это важный шаг в осуществлении эффективного интернета для того, чтобы преодолевать те препятствия, которые перед нами. И форум в форме ИГФ+ будет лучшим способом для начала этой эволюции. Нужно заполнить пробел между дискуссиями экспертов и самыми главными органами, которые принимают решения. В его рамках должно быть создано пространство, которое будет объединять эти органы, которые принимают решения. Поддержка контактов ИГФ на глобальном уровне и инициативы, а также молодежные инициативы являются очень важными. Швейцарская инициатива «Женев Интернациональ» имеет все, что нужно для того, чтобы иметь свой значимый вклад в эти действия. И многие организации, которые имеют свои местонахождения в Женеве, в том числе и секретариат ИГФ, включаются активно в эту работу. Секретариат поставляет информацию, анализы и поддержку в области всех аспектов оцифровки всем желающим получить эту информацию субъектам. Швейцария хочет также поспособствовать увеличению доверия к цифровому пространству, особенно благодаря инициативе Женевского диалога для ответственного поведения в киберпространстве. В этом году в рамках ИГФ мы впервые организовали тематическую сессию, которая посвящена окружающей среде. Мы убеждены, что ИГФ может иметь значимый вклад в подчеркивание и взаимосвязи между двумя тенденциями – оцифровкой и защитой окружающей среды. В этом контексте, желая внести конкретный вклад, швейцарское правительство будет поддерживать в рамках ИФГ внедрение пилотажного проекта по политикам. Они будут посвящены взаимодействием между оцифровкой и защитой окружающей среды. Мы таким образом хотим увеличить количество действий между ежегодными сессиями, способствуя осуществлению цели, которая является охраной окружающей среды. Мы готовы поддержать ООН и ее представителя по техническим вопросам, а также сообщество ИГФ для того, чтобы преобразовать ИГФ в более интеграционный и более эффективный инструмент в духе ИГФ+. К чему призывает генсекретарь ООН. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо. У нас еще одно обязательство. Брат Смит из Microsoft. Председатель.
правления. Меня зовут Брат Смит, я председатель правления Microsoft. Думаю, это самое время, когда нам нужно быстро действовать. Это время, когда особенно мы из технологического сектора должны сделать больше. Мы должны сделать так, чтобы мир был более доступным для каждого на нашей планете. Поэтому мы в компании Microsoft предложили конкретные обязательства в рамках нашей программы Airband, чтобы внедрить новые технологии, которые имеют своей целью снизить расходы и расширить распространение интернета благодаря оптоволокну. Это также время, которое призывает нам не к тому, чтобы думать о доступе для всех к интернету, но чтобы дать компетенции, навыки, которые поспособствуют тому, что этот доступ будет более эффективно использован в их собственной жизни. Везде, во всем мире, работа будущего требует цифровых навыков больше, чем в прошлом. Поэтому мы в компании Microsoft принимаем этот вызов. Мы хотим добиться 25 миллионов человек до конца этого года, которые будут в состоянии предоставлять такие услуги, которые будут развивать цифровые навыки. Мы хотим также учесть то, что главной проблемой этого десятилетия и каждого следующего десятилетия касается потребностей нашей планеты, то есть вопросы климата и устойчивого развития. Поэтому компания Microsoft обязуется, чтобы получить углевой след до конца этого десятилетия. До 2050 года мы хотим избавиться от всего двуокиси углерода, которая была произведена компанией Microsoft с начала ее существования. Мы хотим также разработать инструменты, в которых будут нуждаться наши клиенты для того, чтобы редуцировать их эмиссии двуокиси углерода. Мы хотим разработать планетарный компьютер. Это будет набор данных, которым любое сообщество в мире может воспользоваться для того, чтобы отслеживать, измерять и управлять своим биоразнообразием. Это те вызовы, которые стоят перед нами, и больше, чем когда-либо, они требуют сотрудничества, которое связано с тем, каков ИГФ. И мы, как компания, не только поддерживаем призыв Генсекретаря для того, чтобы ИГФ стал еще более значимым. Мы, как компания, сами также вовлекаемся. Мы хотим быть очень активным участником. Мы хотим играть критическую роль во всем этом процессе. Спасибо большое. Брэд Смит, большое спасибо, председатель правления компании Microsoft. А сейчас давайте посмотрим на ИГФ будущего. Я хочу пригласить господина министра Загурского, который расскажет нам несколько слов касательно встречи в следующем году в Польше. Уважаемые дамы и господа, ваше превосходительство, уважаемые гости и участники виртуального 15-го форума ИГФ. Если бы известный польский прозаик и футуролог Станислав Лем жил сегодня, он не был бы удивлен, увидев нас всех сидящих и разговаривающих за компьютерами. Я упомянул его, потому что в следующем году мы будем отмечать столетие со дня его рождения. Он был известным особенно своим романом «Солярис». За последние десятилетия он стал вдохновением не только для многих энтузиастов научной фантастики, но также и для интернет-сообщества. Скажем так, Кибериада Лема вдохновила создателей многих компьютерных игр, например, «Симсов». Почему я использую эту параллель? Во время, когда Лем писал свои романы, Катовица, город-организатор ИГФ 2021, был одним из самых важных мест на карте угледобывающей промышленности в Польше. И это город, в котором нам надо было встретиться в этом году. Ковид не разрешил этого. Но это время было временем нового опыта. Было хорошо, не было хуже. Как я сказала раньше, Катовица был городом-организатором ИГФ, но также одним из самых важных мест на карте
угле добывающей промышленности в Польше. С тех пор он прошел долгий путь, чтобы стать динамичным современным городом новых технологий и инноваций. Теперь он также известен как центр энтузиастов игровой индустрии и игр. Это черта, на которой мы хотим опираться при организации ИГФ в следующем году с 6 по 10 декабря. Мы уверены, что этот форум пройдет в физической форме в декабре следующего года. У вас будет шанс воспользоваться гостеприимностью этого региона, попробовать кухню этого региона. Наш лозунг – это объединенный интернет. ИГФ 2021 будет платформа для дискуссии об открытом, неделимом, открытом интернете, где пользователи могут пользоваться их правами, не нарушая их приватности. Это наш главный мотив. Мы хотим также привлечь новые сообщества. Я поэтому хочу отнестись больше всего к молодым людям. Будьте с нами в следующем году. Ваш голос является ключевым в этой важной дискуссии, и мы хотим выслушать этот голос. Уважаемые дамы и господа, коллеги, я хотел бы также искренне поблагодарить Департамент ДЕСА, ООН и секретариат ИГФ за их приверженность и усилия, которые они приложили для подготовки этого онлайнового издания ИГФ 2020 года. Поздравляем с замечательной организацией и невероятно успешными встречами. Надеюсь, что мы сможем продолжать наш открытый диалог на каждом уровне и в каждом измерении. В это трудное время ИГФ является для нас всех идеальным местом для проведения таких дискуссий и для выработки хороших и эффективных решений. Многосторонний и всеохватывающий подход форума ИГФ, этот инклюзивный дух ИГФ является нашим самым ценным ресурсом. И на практическом примере я с моим коллегой, господином Кшиштофом Шубертом, который является уполномоченным правительства по ИГФ ООН 2021, конечно, вся наша команда, которая связана с организацией этого события в следующем году, находимся в вашем распоряжении для любых предложений, которые могут у вас появиться в связи со встречей в следующем году на ИГФ в Катовицах. Увидимся там. Спасибо большое, господин Марек Загурский. Надеемся, что мы все лично будем уже в Катовицах. Надеюсь, что это будет сигнал нашей солидарности в это трудное время. Естественно, заключительных замечаний. Жемилю по экономическим вопросам открывал нашу встречу, а сейчас несколько замечаний в конце. Я передаю вам слово. Спасибо большое, Джонатан. Хорошо тебя видеть. Мы встретились на прошлой неделе. Ваше превосходительство, участники, коллеги, друзья из всего мира. Для меня это огромное удовольствие, что я могу присоединиться свыше 6000 человек из всех стран, которые приняли участие в этой встрече ИГФ. Виртуально вместе. Это был наш лозунг. Этот лозунг нам удалось осуществить на протяжении последних нескольких дней на наших встречах онлайн. Мы встретились со многими друзьями, также со всем новыми людьми. Мы вспомнили, что мир ощущает по-прежнему разрушающие последствия COVID-19. Наше общество страдает от локдауна и развивающегося количества заражений. Вследствие мы идем более к виртуальному миру, к социальному дистанцированию, к удаленной работе. Секретарь Гутерреш сказал, что пандемия бросила свет на то, насколько важны цифровые технологии и цифровая трансформация, насколько срочным является то, чтобы ИГФ сыграл более мощную роль в решении появившихся проблем. Оживленная дискуссия, которая проводилась в этом году, относилась к управлению интернетом в эру отсутствия уверенности в будущем. Думаю, что нельзя разделять развитие оцифровки
и устойчивое развитие. Нам также больше, чем когда-либо раньше, нужно стратегическое управление. Что касается среды, доверия и инклюзивности в разных секторах на всемирном уровне, также по отношению ко многим поколениям. Нам нужно также применять всесторонний подход, который учитывает разные заинтересованные стороны, и нужно интегрировать разные решения и расширять потенциал. По мере того, как расширяется ИГФ. Я закрываю этот 15-й ИГФ, но мы в половине пути нашего 10-летнего мандата, который был возобновлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году. Дорожная карта для цифрового сотрудничества относится к тому, как мы сообща можем пойти вперед. Мы должны создать более сосредоточенную повестку дня, выбрать хорошо определенные проблемы, темы. Так мы должны работать дальше, сосредотачиваться на самом главном. И мы так начали действовать в прошлом году и продолжаем эту работу также и сейчас, и будем ее продолжать также и в последующие годы. Мы должны также сохранить и связь между нашими ежегодными сессиями. Много говорилось здесь о данных. Это было продолжение того, что мы начали обсуждать в прошлом году в Берлине. Во-вторых, включение лидеров на высоком уровне, представителей министерств, парламентариев и других лидеров является очень важным. Я поощрен именно теми приложениями по законодательству, которые появились. Мы сосредоточились на цифровой технологии, интернете в ответ на COVID-19 и на эту неуверенность, в которой мы сейчас живем. И также в контексте восстановления. Мы поощряем вас активно сотрудничать между парламентариев со всего мира и поощряем к лучшему сотрудничеству между динамичными коалициями и парламентариями. Эти коалиции были созданы во время круглых столов в этом году. Мы хотим также продолжать наши усилия, которые имеют своей целью создать отчетность наших усилий и подавать их в ООН. Сильные связи на разных уровнях, глобальном, региональном, являются очень важными. Я не могу не подчеркнуть ключевую роль IIS в области создания характера снизу вверх ИГФ. Сеть IIS развивается. Национальные правительства и другие организации также пользуются их стремительным развитием. Я хочу поощрить глобальное сообщество инвестировать и укреплять роль НРИ, семья ООН, в том числе и наш комитет и департамент ДЕСА вовлечены в сотрудничество с разными партнерами, что позволит нам наращивать потенциал НРИ и укреплять их общую работу в глобальной экосистеме ИГФ. Что касается интегрированной работы и сотрудничества с ИГФ, лучшей практикой тут являются форумы и динамичные коалиции. Их ценность была доказана. Но также и коэрентность наших действий и сотрудничество с другими международными органами являются очень важными. Очередной момент – это долгосрочная деятельность ИГФ. Тут нужно хорошее сотрудничество. Во время пандемии нас поддерживают разные
доноры. Я хочу поблагодарить польское правительство за его финансовый вклад в ИГФ этого года, а также в увеличение видимости ИГФ вне. Это также позволяет нам развивать его эффективность. И хочу поблагодарить за поддержку со стороны разных организаций, которая позволяет нам стать платформой для глобального сообщества. ИГФ также может воспользоваться эффективной коммуникационной стратегией. Надеюсь, что такая появится. Под эгидой генсекретаря, надеюсь, что мы будем работать вместе, будем внедрять дорожную карту и использовать все более значимую роль укрепленного ИГФ. Уважаемые дамы и господа, пандемия COVID-19 и все эти потерянные жизни принесли большую неуверенность во всем мире. Одновременно пандемия показала нам возможности, связанные с новой нормой и большим присутствием цифровых технологий. Это не только первый в истории виртуальный форум ИГФ, но произошло много разных вещей. В первые половина участников форума этого года – это новые участники, которые впервые участвуют в этом мероприятии. И также впервые наши встречи транслировались по телевидению ООН. К нам присоединился генсекретарь Антонио Гутеррес, но мы имели здесь также с нами иметь председателя экономического общественного комитета. Наши встречи сосредотачивались в большой степени на молодых людях, и думаю, что наша вовлеченность в большее сотрудничество с молодыми людьми будет продолжаться также и в 2021 году. Я хочу также подчеркнуть значение подхода, который является многосторонним. Наш консультационный совет МАК очень быстро справилась с вызовами, которые принесла пандемия COVID. На протяжении последних месяцев ее члены усердно работали для того, чтобы ИГФ состоялась. В начале года, когда мы встретились с Андреттой, мы говорили о том, как подготовить эти сессии, как это могло бы состояться, но спустя несколько месяцев мы начали думать о чисто виртуальной сессии. Хочу поблагодарить всех членов консультационной группы МАК и всех тех, кто участвовал в организации встречи этого года. Я хочу также поблагодарить наших хозяев с будущего года, Польшу и Эфиопию в 22 и 23-м. Также и Российскую Федерацию в 25-м году. И, пожалуйста, подумайте, кто хочет принимать этот форум, быть хозяевом в последующие годы. Благодаря вовлеченности наших членских стран мы надеемся на большее участие развивающихся стран под эгидой генсекретаря и департамента ДЭСа. Мы готовы поддерживать наши заинтересованные стороны, поддерживать работу ИГФ. Дорогие друзья, мы сейчас находимся в критическом моменте. Мир должен справиться с вызовами исторического характера. Меня вдохновил успех этого ИГФ, но наш физический, реальный мир будет определять и определяет, то являемся ли мы людьми. Надеюсь, что мы увидимся с вами уже в декабре 2021 года. Большое спасибо за поддержку встречи этого года. Я закрываю свое выступление со словами благодарности к Джону и ко всем тем, кто был модераторами сессии
на прошлой неделе. Большое спасибо за эти слова. Для меня работа для ИГФ – это огромное удовольствие. Поэтому я очень рад, что вы смогли участвовать с нами в этой заключительной сессии. Мы смогли остаться дома во время локдауна. Это действительно неимоверно. ИГФ, как говорил генсекретарь ООН, является значимым. Я хочу поблагодарить вас всех и оставляю вас с видеоматериалом для того, чтобы вы могли уже ждать следующего форума в 2021 году в Польше. Мы все живем в цифровом мире. Мы все нуждаемся в открытом и безопасном мире. Мы все хотим доверять и хотим, чтобы нам доверяли. Мы все пренебрегаем контролем и желаем свободы. Мы все объединены.